Приходится финальный поединок. Высылает фигуру до 38 килограмм. Первая атака сразу вместе с красной повязкой. С Шунгидо. Он атакует Паркера. Посмотрите, неплохо сейчас провел атаку. Показывает, что он настроен очень очень темно. Смотрите, соперник не так уж расслаблен. Сейчас мы попытаемся перевести борьбу с Паркером на удержание. Арбитр на татами Иван Метов. Активно обмениваются зацепами и подножками с помощью ног. А вот первая такая явная атака Гроши. А вот здесь включен, пожалуйста, Сонка Вазари. Сонка Вазари за контратакующие действия. Здесь сейчас попытка перевернуть соперника на Сейконе. Остановлено это действие, поднимается в Сонку. Приводит в порядок кимоно. Иван Метов сейчас помогает привести в порядок кимоно. Хорошо работает ногами, зацеп изнутри. Но здесь главное, чтобы не нарушить самому себе равновесие. Знаешь, не видит, что сейчас хорошо отработал. Паркер пытается перевернуть на держание. И все, удушающий здесь. Очень мощный захват, но я не знаю, насколько все вот эта техника работает. Если с точки зрения правил дзюдо нельзя делать отдыхающие болевые, то в данном случае видите вот этот переворот. Чемпионом становится Христов.